Ох уж эти лиственницы! В Верхотурье жителю многоэтажки помешали смотреть телевизор деревья за окном. Устав терпеть это безобразие, разъяренный мужчина схватил топор и, никого не стесняясь, срубил 6 деревьев. Жестокую расправу над зелеными насаждениями увидели соседи и вызвали полицию. На месте преступления правоохранители обнаружили спиленные стволы 4 лиственниц и 2 лип. Разрешения на вырубку у мужчины, конечно, не было. Сам лесоруб свой поступок объяснил тем, что из-за деревьев в его квартире стало темно. Но самое главное, периодически пропадал сигнал телевизора. Однако, пониманию полицейских, мужчина все же не нашел. Возбуждено уголовное дело. За неравный бой с липами и лиственницами ему грозит до 7 лет лишения свободы. По предварительным данным, в результате незаконной рубки ущерб составил более 163 тысяч рублей. Ведется расследование, допрашиваются свидетели, устанавливается точный размер ущерба.